Диалог власти и представителей бизнеса за экранами мониторов. Сегодня состоялась традиционная встреча антикризисного штаба, на которой предприниматели рассказывают о своих проблемах или высказывают предложения. Из-за пандемии формат мероприятия изменился только в режиме онлайн. С вопросами можно было обратиться не только к мэру Наилю Магдееву, но и к сотрудникам исполкома, налоговой инспекции, прокуратуры, управления здравоохранения и других сфер. Что же волнует челнинский бизнес, расскажем далее. Одна из острых тем, которую подняли сегодня, – ужесточение требований к рекламным вывескам и названиям магазинов. Все наименования должны быть на двух языках – русском и татарском. Как отмечают предприниматели, это не только нецелесообразно, но и значительно ударяет по кошельку, ведь это дополнительные расходы. Несет дополнительные затраты для бизнесмена. В условиях этой нашей пандемии, в принципе, у предпринимателей и так очень много проблем. И сейчас налоговое поле меняется. И клиентов меньше становится. По словам Андрея Балты, также это портит и архитектурный вид. К тому же идет размывание бренда. Изначально перевод не входил в концепцию названия. В исполкоме сообщили, что о проблеме они знают, но... Согласно закону о государственных языках Республики Татарстан, вывески должны быть на двух языках, на русском и татарском. Там есть вопросы брендов, действительно, они не переводятся. Поэтому мы точку соприкосновения в любом случае найдем. Вывеска должна быть ясная, понятная, красивая. Город должна украшать. Вот эти все, помните, раньше растяжки поперек дороги убрали же? Убрали. Ну, тоже лишние раньше говорили, вроде нормально. Да не нормально ничего. Еще одна проблема, которая связана с COVID-19 – невозможность организовать выставки работ самозанятых, которые занимаются ручным трудом. Просим в будущем в городе выделить и по возможности оборудовать стационарные места для торговли товарами народно-художественных промыслов и других самозанятых. В наш город очень много приезжает гостей. Кроме того, были озвучены вопросы по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения, отмены ЕНВД, предоставлении грантов для самозанятых и многое другое. Очевидно, что на решение некоторых потребуется дополнительное время. Эльмира Гайнудинова, Роман Гейтман, Челны-24.